запись пошла. Желтое такси едет на этот, на залежи меди. Чего не молчал? А! Блять, ремки-то надо накупить. Ебана. Где он? Где он? А. А вот. Смотри, что тебе дают. Чувак, здорово. Какой-то начали пытаться. Выстрелили в шоу. И чё, и куда мы его денем? Ну с собой возьмешь, и там походу в машину, бля, посадишь. Я не могу даже ее взломать. А нет, только одного надо. Походу отключился, он сейчас зашевелится и пиздос на то. Один хотя бы на руси ты. Блять, ну тут кто нажал? Shift R, Shift O, R. R, да. Все. Так, сейчас тачку сломаем. Это? Чувак, чувак, ты на шухере сейчас. Что хочешь? Да ты на шухере не будешь. Сейчас я покатаю багажник. Сейчас покатаемся. Долго, блядь, ладно? Не быстрее, знаю. Чем сигнал. Возможно, не сразу. Привет! Ну, там, ну, там, ну, там. Открой тачку. Вот он, блять, поедем. Да нет,
Нет. Реально, я сейчас пошлю. Ты что делаешь? Нормально все, просто покататься. Погреться, холодно. Холодно очень. Холодно. Сука. Бля, ну так не теплее не стало. Че, куда ты теперь встанешь? Сейчас надо подождать. Встань на него наушники найти. О, взломало. Дай мне шар. Одинай. Есть. Все, блядь. Ой, две штуки. Машину. Ой, пацаны, две штуки. Ой, две штуки. Машину было. Опять ломать, блядь. Они закрыли на эту тачку. Юль, что доигрался, блядь? Ты большой хуёв. Так нихуя, блядь. Чё, боксёр, чё, рассказывай, чем занимаешься? Да ты сейчас вас поверил. Блять, что такое? Хороший замок у тебя в тачке, хороший из базара, ты не ломается, блядь. Ладно, пацаны, посидите чуть-чуть. Сейчас я за отмычками схожу и приду. Нахуй, пиздец. Спроси, что я придёр включить, там нормально лежат. Да нихуя он охуел всё, блядь. Что, они уже вышли, что ли? Ебать, валим отсюда. Они сейчас за мной ещё приедут. Не, может он просто открыл её? Может. Ну а что ты, блядь, считать, двое уже готовеньких, ё-моё. А может они уже освободились, я долго с ним тусовался. Наушники проебал мне штуки, признавал мне. А понимаешь, даже если я сяду в эту машину, я ничего не смогу сделать, мне включать не могу. Возьмут и закроют, и пиздец. Ты свой мотор. Мне нужно не отключить машину, а видишь, сломать не получилось. Поставить. Вот так-то надо. Даже автомат, сука, не спасет, блядь. Я наручники, блядь, уже использовал. Ну, мешки, наручники. Сейчас все возьму, блядь, сейчас возьму. Кстати, мешки можно не брать. Видел, они автоматически наделись. Может, у меня их не было. У меня не было мешков. Но они наделись. Что они там пишут? Что будет, если... Что не будет, тачка? О! Мы уже знаем, где жертва есть. Сейчас приедем. Какая на меня? То есть я сейчас к гаражам подведу. Я там в тачке даже с собой общаются. Или уже освободились, я ну жду, как надо передохнуть. Напиши им, ребята, в мессе серого. Чё вы как? Привет, Дедушке Морозову. Охуевший, да, мне подставил, блядь, меня. Какой-то хер захватил заложников. Сейчас только весь сервак будет знать, да.
быстро он будет как бы поколол. Вот он. Роджер этот. Маску надо пока не убрать на меня, да? Мы лысые работаем. Тачки, блядь, сломал. На всю Lexus? Не. Так, где ты приезжаешь? Я забанк. Кстати, подъедем к этим зеленым домом. Если тачка у тебя будет, то тачка, наверное, хорошая. Тут был игроком Дэнифа. Психанул этот Дэнифа, блядь, и теперь всех убивает. Видать, зеленые зоны убили. Вообще же убивать без причины нельзя. А тут, наверное, на миде тоже находится. Раз этого ты не подкидывал, значит, сейчас. Блядь.
на пиздец чувствительный на город, я чуть-чуть нажал, но чуть-чуть разворот. Сам, да? Угу. Бля, этот канал не поменял. Все кому-то все равно. Если такси, грузовик, пластида, то да. Так, где тут это? Тюнинг, тюнинг, тюнинг. Не дойди же тюнинг. Вот тачка, тачка. Ну, свою бы прокачал, перекрасил. Ты такси? Нет, ты именно такого надо поговорить. Не, покраска это при покупке убирается вообще. Я же специально такси пьяный взял и пил. Ну, типа такси, под, таксисты, так, садись, подвезу и увез украй. Народу, наверное, уже дохуище. Да нет, вроде так. 47. А, точно, да, настройки заново зайти. Диск, ёпта. А мне?
были классные. Парни, в отеле в центре, мы заперты в машине, помогите! Они до сих пор в машине сидят. Заедь за ними, заедь. Или спроси, блядь, не все равно в Мерседесе. Скажи, все равно, скажи. Да не, ну не, нет, нахуй паривать сейчас, менты на меня здесь сажутся. Не, 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 рядом сидят, отдыхают, нахуй, так откройтесь. А, ебать, это пиздец прикол. Напиши, я машину нашел, сейчас за вами заеду. Я тебя найду, сука. Все, приеду. Да нет, ты что, будешь что-то из себя подставлять, как же? Я не буду приехать. То есть машину просто вытащишь и садишь свою. Я сам думал, он уже давно вылез. Ну, там же вроде написано, через 10 минут. А может, когда в машину засовываешь, там нету такого? Да такого я не знаю. Ну, блядь, ты же этого в машине сколько раз долбишь, блядь? Ну, наверное, в машине нет. Будут там до рестарта тусоваться. Все это вообще что-то там пытается. Даже мимо просто проедем. Хотя бы глянуть, ну что это там стоят. Да? Ну давай. А то если вдруг они там нихуя, бля, лопа какая-то, сразу в бой смогу. Закинул себе в кузов. Говорит, что там базарил, скотина? Кто тебя за язык трогал? Сидела себе спокойно, сейчас поедем, бля, купаться, скотина. Да, походу на машину не распространяется. Сейчас за ней. Мимо. Ой, проезжай мимо. Ну, если там никого нету, нахуй, сразу сюда нахуй не да. Подойдешь просто, видишь, если я спущу пацаны с потели, ну. Тело может просто выйти же из этой. А, у меня из-за грузится так же, да? Или из-за загрузится свободно. Бля, да где тут дороги нету? Там деньги сейчас получают, как бы приходят сам. Если там сидят, мы говорим, что, скучали на? С машины, сука, и блядь, так все.
не было. Нас. Еду. Сейчас скрою ваш мерт и спасу вас. Наконец, спасите нас. Надо, бля, сказать. Сейчас приедем, сейчас. Нормально. Ну, бля, кобра. Ну, интересно, но это... Сидят как быстро было. Один, видимо, бутеры себе делал, отключился так. Ты нахуй, блядь, тогда там бесплатно не будет. Хоть бы ничего там будет, ничего там будет. Блядь, пожалуйста, хоть бы не будет там. Точно, да, знаешь? Да. Все, мы уже рядом. Ну давай, разгоняйся, ёбан. Может, передачу включить, да? Там они сидят, он видишь, он по общей что-то тыкает. И злой молот это этот, который я в грузовике тоже ставил. Блять, нашлись, а то сейчас за мной охотник откроет. Что такое были? Полтора километра, наверное. Реально, ребят, откуда заснил? Этого с автоматом. Алло? Сидят, прикинь, да ну нахуй. Вытаскивай меня с тобой. Ты чё, замёрзли нам? Ты соскучил? Ты слышишь? Котик!
Давай-ка, опусти к меня, брат. Специально за вами ворот бежу. Слышишь меня? Простите, нет? Что к вам приехали. Что так долго? Иди хотя бы мешок блядь, головы, ебаный рот. Все, два клиента есть. Скажи, что, как делали? Скажи, что делали, пока меня не было? Скажи, что делали, пока не было? Чувак, громче, громче, громче. Что ты хочешь, говори? Мешок, говорю, скинь с меня, блядь. Куль ты, блядь, одел мешок. Слышь? Слышь, давайте это поспокойнее, надо материться. А ты мешок, нихуя, ты, блядь, охуешь, что, блядь, а? Я, блядь, найду тебе пиздец, будет потом. Чувак, не слабь, это же игра. Слышь, диджей, котик, как ты там, как ты там, Ну, написано, стрельба запрещена, никто не стреляет, все спокойно. Тебе ж потом, блядь, найдут и за яйца подвесят. За яйца подвесят. Мужак. Чуваки, что делали, пока не было? Ты пробовал это свое, лучше что ты не видишь, ты кругами. Че, в пустыне же, блядь? Они что-то какие-то годные. Покажи. Скажи, ребята, я тут думаю, Марк, что с вами делать? Скажи, сначала хотел погулять. Ваши предложения, говорите. Наши предложения? Наши предложения. Останавливаешь, что отпускаешь нас, как ты что-то сделаешь. Кто это сказал? Все? Да тебя слушаю, ты за эти фильмы заедешь. Слушай, я же сейчас сдохну от голода. Я тоже сейчас сдохну от голода. Сейчас, нам чуть-чуть осталось. Чуть. Я ж тебе потом, блядь, найду яйца, блядь, отрежу. Роджер, мы, короче, сейчас едем на это. Сейчас я покажу координаты. Понятно. Ну если бы вы сейчас нормально подошли, так, чувак, да, там, сапоги нас там, то есть босика, все нормально будет, а то вы что-то тут с матами давайте, ну, наезжайте, это же игра, чуваки. Тем более, ну да, да, нифига, у тебя яйца, бля, тульпас отрежу. Тебя найдут, найдут тебя, бля. Нормально, без лапок, я тебя спокойно спрашивал, когда еще не было. Короче, что ты хочешь? Что ты хочешь? Нет, ты не ответил. Кто хозяин машины? Кто здесь хозяин машины? Мэс этого серого. Вот ты сейчас хозяин машины. Нет, я на своей еду, я про мэс тут серый говорю. Ты на своей едешь. Я сидел в машине, медитирую, короче. Потом просыпаюсь, я стою в наручниках. Спрашиваю, что нужно, где-то ноль. Ты говоришь про адекватность какую-то? Я тебе сказал, чувак, ты на шухере стоишь. Подошел другой твой чувак, меня ударил.
Как я должен был отреагировать? Ты еще с оружием там? Нет, я вообще как бы отдельно шел. Отдельно шел. Смотрю, там ставишь машину. Да нет, никак. А ты кто, полиция? Дружинник, чтобы вот так вот делал. Какую-то базу заезжал Какая, бля, база у нас еще ходили, блядь? Ну вот он сейчас видит по помощи, я не знаю, кто не знает. Одному нахуй в речку выкидывал, вот так вот цепляю. Это что, выбрался, он купил уже полный? Он меня уже стреляет. Так, спасибо, что вы живете. А вот подальше куда-нибудь там. Да ладно, не повезло. Все долго сюда. Был бы пьяный, я бы уже дома приходил. Все равно тоже добираться так вот это было. Немало. Я тебя, говорит, найду, там то есть. Напиши что-нибудь ему. Что, ребята, если палец. Или зря на речку привез. Поехали на них. Сейчас нормально, но тоже. Ты какие-то они опять стрелы, скучные нахуй будет. Угрожает. Сначала угрожали. Ну как-никак игроки, наоборот надо было нахуй дальше дойти. Ебало рвать. Ну нахуй. Во-во-во-во, бензовоз. Да ну нахуй, не сдал. Сейчас я вам буду попросить там. Поехали. Я тебя горит, а это не попросил. Так нихуя ты видел, я того снял, у него хоп, наручники, да, сын здесь. Уже время как бы прошло. Повезло, что первый раз я не садился, да? Но я еще боялся. Ладно, почему я не видно? Ну, издалека показать. Блядь, еще и резко все становится, это вообще же. А тут на скорости, хоп, штраф получил, наверное. Поехали. Спросим, как дела. Получили контроль. На его местном держишь. Они, наверное, сейчас все против меня, нахуй. Вот это злой же малой. Они сейчас собираются, наверное, против меня сейчас охотятся. А будут диджей ходить половить. И будут яйца резать. Что там? Да,
что я вспоминаю. Написал бы там, ребят, ну как там, ты простыли. Ладно, приходи. Ну и дари какие-то, блядь, скучные. Зеленый убивать нельзя. Грабить нельзя. Я же не грабил, не убивал, да? Я их посадил. Бесплатно скажу, правда, ты будешь не делать, не любуется. Может, он тут уехал за черепахами? Ох, нифига себе. Да, я не помню. Куда-то он сюда, да, ехал? За Ураном, пусть уехал. Ладно. Идит уже за ним. Это банда, блядь. Вот. Вы, блядь, ответили, это какая-нибудь скучная. Даже не ответили. Я тебя найду. Ну конкретно залазил, блядь. Я сколько не. Приедьте, говорит, за нами, приехал. Бля, так реально, да, залазил? Надо запомнить. Тачку брать, в тачку сажать, блядь, посреди поля нахуй, чтобы найти их не могли. В кустах еще так вот загнать в кусты, чтобы вы должны были, если вы даже будете стать, чтобы из-за кустов не было видно тачку. И все нахуй, блядь. И сука, сиди 2 часа нахуй, жди рестарта. А, 4. Через 4 часа до места. 4 часа, блядь, сиди на той двери.
Хоть грек не сок на голове делаю. Знаешь, да, то? Ну, конечно. Бля, долго бы не снимал, то, бля, там тоже, бля, фильм, бля, снимался. Кому надо, перемотай, да, интересно. Хоба, это же игра. Такой темный, блядь. Рандомно. Блядь. Санта едет на такси. Плохой сам. Вот тут нам надо было деньги высадить. Пиздец, ты купай. Да они какие-то спусками. Физики перед готов. Другой берет все с координат, кидает, вот, звезду нахуй, по-моему. Ну вот мешок, ты же, бля, у одного мешок остался, у второго, бля, через карту, да? Смотри, куда он. Там должна быть тоже появляться функция драйв. Может, это, блядь, вообще покупать. Что за? Останься сколько. Она по станции. План. Бля, может точно заехать туда, там 50 тысяч только эти хуйни, 50. Ребята, такси желтое едет к вам. Ах, наконец-то дорога, блядь. Этот мэр, блядь, все повидал. Риздик, твой Мерседес, на пиздок.
По-моему, менты сейчас заметили Мерседес, как я сказал, да? Походу они ищут кто-то на Мерседесе заявку ждали. Они теперь все мерсы, нахуй, блядь, шмонают. Серый мерс. А чё, пока до него допили, уже как с головой махнули вообще, наверное. Нет, тут мерс открытый, кстати, остался. А нет, он его закрыл, перетянул. Ладно, тогда я пока стрим отключаю. Как появится жета, сразу вас обновим. Всем пока.